Студент Чебоксарского кооперативного техникума завоевал третье место во всероссийском чемпионате WorldSkills Russia по компетенции «Банковское дело». Павел Тимофеев в феврале этого года победил в региональном этапе конкурса, обойдя 5 участников со всей республики. На испытаниях студент консультировал и обслуживал клиентов, оформлял кредитные карты и продавал банковские услуги. Парень утверждает, что победить несложно, надо грамотно готовиться к испытаниям. Как я узнал то, что я стал победителем регионального уровня, мне сразу сказали то, что следующий уровень будет у тебя всероссийский, который будет проводиться в Санкт-Петербурге. Конечно же, у меня эмоции были в восторге. Готовился целыми днями, буквально, можно сказать, и ночами, для того, чтобы войти хотя бы в тройку лидеров по всей России. Изучал только банковские статьи, чтобы знать всю структуру банка. Молодой человек признается, что во многом ему помогла поддержка преподавателей. При этом педколлектив считает его результат закономерным. Очень интересный студент. Пришел в этом году в техникум, поступил наш в техникум. Его было сразу, можно было выделить из числа студентов, потому что он старался, решал задачки на моих предметах, старался везде участвовать. Он безупречно применяет знания в любой сфере. Помимо учебы, Павел занимается плаванием и смешанными единоборствами. Он считает, что физическое здоровье и умение добиваться победы не раз пригодится ему в жизни. В ближайших планах участие в соревнованиях и научных конференциях родного техникума, а в перспективе сражение за первое место в чемпионате WorldSkills. Ольга Семенова, Дмитрий Салманов, Республика.